Прекрасная альтернатива наркомании и алкоголизму – это спорт. Каждую неделю для любителей здорового образа жизни в нашем районе проводятся десятки всевозможных спортивных мероприятий. Так, за прошедшие 7 дней прошли соревнования по греко-римской борьбе, волейболу, бально-спортивным танцам, легкой атлетике, тэквондо, гиревому спорту, боксу, футболу и баскетболу. Третий открытый турнир по баскетболу среди юношей 2002 года и моложе в памяти заслуженного тренера Туркменской ССР Геннадия Хлыстова длился 3 дня. В течение этого времени за титул чемпиона боролись 7 команд из разных городов Краснодарского края. В итоге первое место у сборной города Краснодара, вторыми стали славянские баскетболисты, а закрыла тройку лидеров команда из города Тимашевска.